Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы пойдем на работу к Михаилу Ивановичу. Рабочий момент. В Кремле. Как у него дела? Ну, как будто он заседание там у них идет какое-то. Он директор, не он директор. Ну, сейчас посмотрим. Михаил Иванович. Здравствуй. Это он. Это он. Ленинградский почтальон. Так, теперь. Раз, два, три, четыре. Кремль. Михаил Иванович на работе. Это он сам. Что ему нравится на работе? Что ему не нравится на работе? Фактор неожиданности. Коллеги. Он сам. И его директор, да, ну, директор, может, над ним есть кто, знаете, там. Я смотрела одно видео, там, инопланетяне, знаете, мало ли чего. Потом посмотрим, кто управляет директорами, президентами, как-нибудь посмотрю. Так, теперь. А, одну карту не положила, его самого на работе. Вот, смотрите, забыла его положить. А если он вообще на работе, да, можно так сказать. Потом, а был ли мальчик, да? А был ли мальчик на работе? Мальчик-зайчик. Так, теперь. Михаил Иванович на работе. В Кремле. Вот он, ленинградский почтальон. Так, смотрим. Это он сам. Что ему нравится на работе? Что ему не нравится на работе? Фактор неожиданности. Коллеги. Начальство. И вот он сам на работе. Так, вот он. Санцеликий. Теперь смотрите. Здравствуй, Михаил Иванович. Санцеликий. Смотрите, как в воду гляжу, да? Гляжу в озера синие. Смотрите, солнцелики, что с тобой? Тут, видите, пиковая дама, да? И он притеснен. Он сейчас очень сильно... Это нервная система. Он нервничает. Он сжатый. Но он держится. Он держит власть. Несмотря на то, что он весь сжался. Ну, сухенький такой вот, видимо, там сидит. Так, теперь. Что ему нравится на работе? Михаил Иванович. Тяжело, тяжко. Ну, конечно, нервная система сжата. Тяжело. Смотрите, несмотря на то, что вроде все хорошо, ему не нравится то, что ему тяжко. Ох, тяжко. Как тяжко. И получается давление. Можно еще действительно давление падает, поднимается, дышать, притеснение, сжатость нервной системы, что-то у него там коробит, там что-то вот такое делает. Вот, сейчас посмотрим. Это ему как бы нравится, но он держится на ногах, несет свою ношу, можно так сказать, несмотря на то, что есть сжатость, притесненность, молчание, да, и видеть, тяжело видеть, может, еще на зрение, знаете, тут есть нервная система, глазное око, может, еще падение зрения у него происходит, тут еще здоровье вылезло. Так, теперь, что ему не нравится? Не нравится, смотрите, тут вышел маг. Не нравится ему то, что на столе только лекарства. Все, что необходимое для его, чтобы он был в тонусе, ему не нравится только то, что ему дают пить. А то, что ему хочется, это нельзя. Но тут четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Но ему только можно воду пить, да, какую-то там, ну, там. С Алтайского края, например, от Сереги, МЧСника. Так, теперь, может, не от него. Теперь фактор неожиданности.
иллюзия во времени. Смотрите, неожиданно у него расстройство. Это расстройство, это галлюцинации. Галлюцинации, плохо то, что галлюцинации вошли в его жизнь. И внутреннее давление дает ему галлюцинации. Это, если мы уже тут вышли, видите, рабочий момент, да? Я не вижу, чтобы он был работоспособный. Да, он где-то может и сидит, там что-то говорит. Но сам по себе человек действительно при каких-то каких-то жидких микстур. И видите, от времени до времени, да, или из пустого порожня, можно говорить, а тут от времени до времени у него, значит, бывает галлюцинации. Может, чтобы снимать галлюцинации, это тоже может быть. Плюс глаза болят, перед глазами мерещится там у него что-то там. Ого. Теперь его коллеги. Вот сейчас мы посмотрим, как они за него переживают. Значит, смотрите, коллеги его на страже, жертвуя собой. Это телохранители. Коллеги его телохранители. Ну, если он его охраняет, жертва, да? Телохранители. Вот так карта интересно показала телохранителя. Ну, получается, не ангел-хранитель, а телохранитель, коллеги его. И эти коллеги, они делятся, там, Ивановы, Петровы, Сидоровы, Худайбердеевы всевозможные, да, тоже может быть. Там они все вот так жертвуют собой. Так, теперь фактор неожиданности. Что может быть для него сердце? Ой. Мама мия, Санта Мария, бедненький он такой. Смотрите, рабочая обстановка. Мы смотрим, да, а тут получается на работе у него получается сбой сердечный, сбой, галлюцинации, таблетки. Сила есть, но сил нету, глаза болят. И получается где-то там он при неустойчивой позиции еле-еле держится. Тем более, смотрите. Опа. Тут как бы крест и тут крест. Неся свой крест, можно так сказать. Вот эти ребята несут его крест и свой крест. И они все повязанные. И этот при власти, и телохранители. Получается, на работе за него переживают коллеги. И при этом подают ему только микстуру пить, а несмотря на это, неожиданно у него где-то там сбой идет и галлюцинации где-то там у него появляются, и только щемит сердце. Плохо ему, плохо. Так, его директор. Кто же директор у Михаила Ивановича? Или тот, кто за ним смотрит, может, знаете, как выйти? Значит так, директор. Директор при этом случае, смотрите, так интересно, да? Сейчас я скажу, что у них там защита. Смотрите, директора, да? Вот это вся его шайка-лейка. Это шайка-лейка, смотрите. Они при себе где-то там радуются. И где-то там делают себе защиту, и при неустойчивой позиции, два повешенных, да, они начинают возле него юлить, юла. Они юлят, и при этом же стараются удержаться при нем, при нем. И люди, которые возле него где-то там втихаря пьют за, может, за его здоровье, да, может быть. И что же он с ними делает? Смотрите, вот эти люди, которые где-то там по себе радуются, да? Они чего-то ждут, и при этом они юлят перед ним. Они поняли, что тут нужно по-тихому пить. Ну, коптерки, да? Пить за свое здоровье. Они пьют за свое здоровье, их много там.
вместе с этими не телохранителями, потому что одни и там они ходят между собой. Теперь, Михаил Иванович, дух, душа. Еле-еле душа в теле. Вот эти две карты. Еле-еле, шкандыб-шкандыб. Еле-еле душа в теле. Слушайте, так интересно, да? Получается, они все вместе в Кремле вот так вот живут, мясо жуют. В общем, вот так вот. Теперь тотемное животное, которое охраняет Михаила Ивановича. Так, Михаил Иванович, тотемное животное. Вот это интересно. Еле-еле душа в теле, да? Так, теперь. Раз, два, три, четыре. Телохранитель. Енот. Ну, вот это телохранители. Вот они вышли. Смотрите. Вот они. Это еноты. Они оперативники. Все стараются для него принести, отнести, перенести, положить, уложить. Это его телохранители. Так, теперь вот эти люди, которые втихаря пьют за свое здоровье. Телохранители. Видите, тут как бы и ангелов нету. О, Боже, помоги, да. Тут есть именно охранники земные. Небесных нету. Ну, бывает там карты, говорят, о, Бог тебя любит, да, Бог тебе в помощь. Есть твоя надежда. Но тут именно вот так карты показали. И они ему потихонечку дают там что-то пить, да. Теперь тотемное животное вот этих вот людей, которые радуются, да, и пьют за свое здоровье. Кто их охраняет? Мы же сами себя охраняют. Дельфины. Добряки где-то там. Но в то же время они водят козу. Ну, почему водят козу, да, когда дельфин плывет, он воздух глотнет и под воду, да, и получается, время от времени они где-то там по-своему торжествуют, если вот так они плавают. Теперь душа в теле. Что такое душа в теле? Две карты вышли, да? Я хотела вот эти две карты посмотреть. Смотрите, душа в теле. Кобра и рыба. Стихия огонь и вода. Смотрите, кобра, вот кобра получается, и душа в теле. Ну, вот рыбе свойственно, как знак зодиака, рыбы вверх поднимается и вниз. В его случае рыба вниз. Рыба вниз. Вот так. А настойка, яд, лекарство. Лекарства дают, дают душе не уйти, чтобы из тела не вышла душа. И получается, оно замораживает, и есть стагнация. Вот эти карты, можно так сказать. А лекарства его поддерживают. Душа еле-еле, как рыба ко дну тянет, а он теплится. Ну и то теплится, он не греется, а лекарства его греют. Ну, можно так сказать. В общем, вот такой рабочий момент. Значит, Михаил Иванович не ходит где-то там на работу. Он просто охраняется. Коллеги, начальство, там все его приближенные пьют за свое здоровье. А он вот так вот себя поддерживает через этих телохранителей. Это телохранителей. Ну все. Спасибо. Пишите комментарии. Интересные карты вышли. Цыганский оракул, что скажет про Михаила Ивановича. Цыганский оракул, скажи, пожалуйста, что ты думаешь про Михаила Ивановича? Раз, два, три, четыре. Михаил Иванович. Противник, недоверие,
Он, получается, всех подозревает. Это заглядывает, да, кто пришел, кто ушел, да. Этот человек никому не доверяет. Ну, там, может, есть проверенная. Так, теперь. Раз, два, три, четыре. На работу Михаил Иванович ходит? Скажи, пожалуйста, оракул. Печаль. Ну, вот она, печаль его вся. Печаль. Тяжело, скорбно. Вроде бы где-то там и есть как бы какой-то просвет, да, но все, видите, печально для него, очень-очень даже во тьме. Так, телохранители как себя чувствуют на работе? Они в доме хозяйничают у него дома. Ну да, это телохранители на дому. Вот. Теперь. Те, которые пьют за свое здоровье. Цыганский оракул. Скажи, как они радуются, то, что Михаил Иванович заболел. Друзья, там все свои. Ну, выпьем, Ваня, да? Где же кружка? Сердце будет веселей. Так, теперь душа в теле. Душа в теле Михаила Ивановича. В каком состоянии? Ну, тут вышли, да, четыре карты. Мы посмотрели. Так, смотрите, раз, два, три, четыре. Душа в теле, да? Так, раз, два, три, четыре. Душа в теле, душа в теле. В каком состоянии душа у Михаила Ивановича? В каком состоянии колесо? Это душа его полна. Значит, много чего есть у него на душе. Скопилось. Ну, фортуна – это много всего, да, это деньги, богатство. И на душе у него его богатство. Ну, он же скряга, скряга, да. И получается, чтобы сохранить свое здоровье, получается, и чтобы лекарства поддержали его, чтобы он не утонул, его душа греет еще деньги. Его греет деньги, да, тоже можно так сказать. Он счастливый человек. Ну, в хате сидит, чай пьет, воду пьет. Ну, как бы жив-здоров. Вот так вот. Теперь смотрите, если уже такие карты вышли, сейчас мы у цыганского оракула спросим. Это настоящий Михаил Иванович? Раз, два, три, четыре. Полное имя его в моей голове. Он настоящий? Скажите, пожалуйста, цыганский оракул. Он настоящий? Тоска. Смотрите. Тошно, да? Ему тошно. Тоска, тоскует. Ему что-то неудобно, что-то его стесняет. И ему очень-очень неприятно. То, что есть плохие новости. Он расстраивается, видимо. В общем, вот такие карты вышли. Получается, Михаил Иванович на работу не ходит. Он сидит дома. Только его коллеги, начальство, то есть его окружение, потихонечку, зная друг друга, потихонечку радуется. Где-то там. Ну все, спасибо. Пишите комментарии. Всего доброго.